Блин, он не работает. Ядрическая сила, что это? О! Коричневый щелз. Черный. Ну хотя нет, темно-коричневый просто. Шоколад. Тихо. Цвета горького шоколада. Знаем мы типа горький шоколад. Жаль, что этот старый не работает. Это что, ВП-30? Это ВП-30, я ей говорю. Сейчас, подожди. Заедь за мной на 11-й по-братски. Погоди. Давай нажми. Ой. Все, пусть отпустит греха подальше. От греха подальше. Станция, что ли, лагучая у лифта? Наверное, да. Пусти, а то сейчас застрянем нахрен. Да не волнуйся. Первая лифтовая компания. У меня такая же дома. Жизнь, конечно. Я еще, пожалуй, позволю себе нажать. Это прикол, конечно. Подожди, ты какая-то что ли более ранняя Щербинка? Тут не написано же, что это Щербинка или лифтостроитель. Тут нет этой плашечки. Да вызовись. Сейчас, стой. Фу, какое дерьмо камера этого Самсунга. Что вонючка. Да не работает. Почему у меня такое ощущение, что лифт едет? Но работает, по-моему. Стой. А, вы работаете. Едем. Типа, едем. Просто кнопка не сгорается. Мне кажется, он баганулся и просто дверь не хлопает на какой-то вон этаже. Он не едет. Стой. Может, побегаем по этажам, посмотрим. Прям этим нам так самое время заниматься, когда у меня памяти осталось на 20 минут. Сейчас отойди. Ну, короче, ну, можно, конечно, но... чтобы опять всяких алкашей по этажам ловить, не очень хочется. Все, давай тогда пошли. Ну, было прикольно, он же реально дверьми хлопал, ты же слышал? Ой, стой, что там написано? Протон импульс. Боже мой. Сейчас тихо зафоткаю. Какой-то гибрид лифтов. Сейчас только тише. Это просто один еще не заменили. Сейчас. Подожди секундочку. Отойди-ка нафиг. Сейчас зафоткаем. Красота.